Идея возникает из неуловимого импульса, поступившего в мозг и оставившего свой неизгладимый след. Идеи заразны. Они как вирусы способны множиться и с невероятной скоростью распространяться среди людей, перерастая целую эпидемию. Маленькая идея начинает порождать мысли, все более навязчивые и отчетливые, последствия, побуждающие к действию. Идеи вызывают бессонницу и усталость, однако именно они способны вылечить тебя от лени и прекратить твою бесконечную депрессию. Идея должна жить и заставлять тебя жить, наполнять твое пребывание в этом мире хоть каким-то смыслом. Не так важно, что твои идеи значат для окружающих. Гораздо важнее, что они значат для тебя. Что бы ни случилось, прошу, не отрекайся от своих идей. Не делай вид, что их не существует. Если ты почувствовал, что хочешь что-то сделать, что-то поменять, обязательно прислушайся к своему внутреннему голосу. Даже если идея – это болезнь, то не спеши лечиться. Возможно, все счастливые люди немножечко больны. Горит свеча, но я не знаю, кто ее зажег. Не слышно хохоча в глазах моих, сверкает огонек. Пусть пламя полыхнет, разбудит мою душу, пусть мерзлый лед окажется разрушен. И сделать так, чтобы огонек погас, я так хотел, и пусть он мал, но каждый раз лишь свои руки обжигал. И ночь, и день он не давал мне сна, и отступила лень. Пришла моя весна, и захотелось жить, вдыхая полной грудью. Он смог меня освободить от всех оков и прутьев.